Футболисты Мордовии проводят заключительные тренировки перед стартом в новом сезоне. Дебютным матчем для обновленного коллектива станет встреча в рамках розыгрыша Кубка страны. В ближайшую субботу команда Марата Мустафина сыграет с клубом «Сызрань-2003», который, так же как и Мордовия, в предстоящем сезоне будет играть в зоне Урал-Поволжья профессиональной футбольной лиги. Запрет на заявку игроков, который был наложен на саранский клуб из-за долгов по зарплате, в настоящее время снят. Однако на команде есть ограничения по заявке. Мордовия не может подписать больше 16 футболистов. Вот выбирать не приходится. То есть здесь 16 человек, ограничения, а у нас есть люди на просмотре, которые готовы подписать контракт с клубом. Но вот эта вот отметка в 16, она неудобство, конечно, приносит. И ребятам я бы еще хотел сказать спасибо, потому что все это время, пока шла подготовка, без контрактов они тренировались. То есть это большой риск для любого профессионала, когда без контракта он тренируется. Риск травмы есть, риск перелома есть. Но пришлось убедить ребят, что дела в клубе налаживаются, то есть и я думаю, что мы к началу чемпионата начнем с чистого листа, скажем так, и по бюджету, и по контрактам, и по всем остальным делам. 16 смелых выйдут на поле в субботу, причем по регламенту в команде обязательно должно быть 8 доморощенных игроков. Также два футболиста 1996 года рождения и младше должны обязательно находиться на поле. Плюс в команде остались игроки на контрактах. Это Ренат Сабитов, Александр Кренделев и Максим Астафьев. Переподписан трудовой договор с защитником Юрием Лебедевым. В условиях таких ограничений мест для новобранцев практически нет. Это же свои местные ребята, то есть, которые были в других клубах во второй лиге. Мы их вернули и будем на них в течение сезона, естественно, рассчитывать. Они поездили по арендам, посмотрели уровень других команд. И здесь они соответствуют на данный момент тому уровню, который у нас в команде есть. Это абсолютно нормальная ситуация, и мы их будем использовать по максимуму. В Новой Мордовии будет больше половины доморощенных футболистов. Вратари Шибанов и Калюжный, защитники Навлетов и Юсупов, Хавбеки, Жестков, Соболев, нападающий Маркин уже подписали контракты. В ближайшее время компанию могут составить еще несколько местных игроков. Из прошлогоднего состава, помимо Сабитова, Кренделева, Астафьева и Лебедева, остается форвард Лукьянов. Среди новобранцев, с которыми подписаны контракты, экс-защитник московского «Торпедо» Максим Шоргин, Никита Николаев из нижегородского «Олимпийца», хавбеки Максим Зюзин, Леонид Решетников и Сергей Ваганов. Все они могут сыграть уже в эту субботу. Все очень важно, я еще говорил до этого, чтобы сформировать команду вот именно к началу вот кубковой игры и к первой официальной игре. То есть, ну, те футболисты, которые мы сейчас заявили, я считаю, что они вполне конкурентоспособны и дадут бой любым старожилам Урал по Волжье. Первый матч обновленной Мордовии состоится в ближайшую субботу на стадионе «Старт». Начало игры в 15 часов. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.